aprem quan van per aquí el mar que tes nen que es barcerats mats vera menits que es arca coga i vera nastó Go!
kiste shnoragon in kiste shnoragon serto kirkir pagum in kiso Поклоняйся Господу. Господь, Ты был распят. Твои руки были пригвождены ко Христу. Ты умер. Тебя отвергли, Тебя предали. И Ты упал, как сорванная роза. Но в это время все Твои помышления, они были обо Мне. Все Твои помышления, Господь, были обо Мне. Аллилуйя, Господь наш Бог, мы прославляем Тебя и просим Тебя Твоего благословения. Благословил каждого здесь присутствующего, и мы просим Тебя, Господь, Твои благословения излей, Господь, на это место. Открой Твои небесные окна и излей, Господь, силу Твою на каждого здесь присутствующего. И мы провозглашаем здесь, на этом месте, Твою волю. Мы провозглашаем, Господь, Твою волю и Царствие Твое, наш всемогущий Иисус Христос, во имя Твое. Аллилуйя! Возлюбленный Дух Господень здесь, Божья сила здесь, Его ангелы здесь. Здесь есть люди. Может быть, вы чем-то смущены. За недавнее время вы потеряли близкого человека, и ваше сердце до сих пор не может быть исцелено. Если ты этот человек, подними свои руки.
Я прошу, чтобы соседи поставили, возложили свои руки на этих людей, потому что они сегодня нуждаются в утешении от Иисуса Христа, потому что только утешение Иисуса Христа, оно может исцелить. Отец Небесный, мы молимся за этих людей и просим Тебя, чтобы Ты исцелил их сломленные сердца. Жизнь продолжается, и мы просим Тебя, Господь, укрепи. Укрепи их, чтобы их жизнь была продолжалась. И во имя Иисуса Христа в эту секунду, в эту минуту будьте исцелены. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Здесь есть молодые люди, которые пережили безответственную любовь, что сломало твое сердце, что повлияло на твою жизнь, и сегодня ты разочарован. Господь хочет исцелить тебя. Господь хочет исцелить тебя. Подними свою руку, чтобы рядом стоящие могли помолиться за тебя. Я прошу, возложите свои руки. Господь мой, Бог мой, я молюсь, Господь, о сверхъестественной силе Твоей. Исцели, Господь. Исцели Арама во имя Иисуса Христа. Исцели его сердце. Господь, Бог мой, и, Господь, здесь есть еще люди. Ты знаешь каждого, и каждого Ты призвал, чтобы они служили Тебе. И во имя Иисуса Христа мы провозглашаем Твою исцеляющую силу в жизни их, на их сердца. Аллилуйя! Господь, Твоя сверхъестественная сила да пребудет в их жизнях. Мы сейчас молимся за тех людей, которые страдают сахарным диабетом, чтобы эта болезнь ушла из жизни. Подними свою руку, если ты болен сахарным диабетом. Господь, Ты видишь эти руки, мы провозглашаем конец этой болезни. Во имя Иисуса Христа, пускай, Господь, Твой Дух прикоснется к ним. И эта болезнь как пришла, так пускай уйдет во имя Иисуса Христа. Господь, я верю. Я верю, Господь, и вижу Твое присутствие и Твою исцеляющую силу против этих болезней. Мы провозглашаем Царство Небесное. Чтобы в этих телах пребывало Царство Небесное, которое есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Пускай они ничего не боятся. Господь сегодня с вами. Господь с вами. Возлюбленные, примите с верой эти слова. Здесь Божья сила. Господь все может изменить. Каждое обстоятельство Он может все обратить во благо. У тебя есть сегодня твоя проблема. Здесь есть люди, которые находятся от шага на разрушение семьи. И все у тебя к худшему и к худшему. Но если ты сегодня захочешь, чтобы мы за тебя помолились, подними свою руку. И Божья сила прибудет на вас. Давайте помолимся. Рядом стоящие, протяните свои руки. Отец Небесный, ты видишь эти протянутые руки. Мы просим за каждого из них. Мы просим за их семьи. Мы разрушаем дела дьявола в жизни этих людей. И мы запрещаем ему подходить к этим семьям. Мы провозглашаем Божию защиту на эти семьи. Господь, ты видишь эти отважные руки, которые сегодня протянуты к тебе. Эти руки говорят о том, что они нуждаются в тебе. Господь, действуй в их жизнях. Защити их семьи. Дай им мудрости, Господь, любви, чтобы они смогли понимать друг друга. И пошли защиту ангелов на эти семьи. И теперь, возлюбленные, поднимите свои руки и начните поклоняться Иисусу Христу. Слово говорит, каждый призывающий имя Господа спасется. На небесах ангелов ожидание. И на небесах ангелы, они поют «Свят, свят, свят Господь». И ты знаешь, что в Его имя есть спасение, и мы спасены Его именем. Господь, мы приходим к престолу Твоей благодати. Возлюбленные, поднимайте свои проблемы Господу. Его ухо не перестало слушать вас. Время не окончено. Пока ты живешь на этой земле, у тебя есть надежда.
ниркаються мечкові мте. О Господь, мы просим Твое присутствие, в Твоем присутствии, Господь. Слава Тебе, Иисус Христос! Господь, исполни Твоим присутствием каждого здесь присутствующего. Божье Слово говорит, что Господь стал проклятием, чтобы мы были освобождены от проклятия. Каждый человек, который принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, он освобождается тем самым от всякого проклятия. И может, ты сегодня пришел сегодня сюда первый раз, и ты устал от колдовства, порч, от проклятий, и у тебя что бы ты ни делал, не получается. Каждый твой шаг, он приносит тебе несчастье и страдания. Но я тебе скажу, возлюбленный, тебе необходим Иисус Христос. Человек не может быть счастлив без Господа Иисуса. Как вы думаете, неужели может человек жить без крови? Нет, мы так устроены, что у нас должна быть кровь, чтобы мы были живы. Как вы думаете,
Человек сегодня может жить без сердца. Нет, ему предназначено иметь сердце. Или может ли жить человек без мозгов? Нет. Он предназначен так, и мы не можем жить без Иисуса Христа. Да, мы можем существовать, но никак не жить. Поэтому я прошу сейчас, поднимите руки ваши. Те, кто пришел сегодня первый раз, возлюбленные, вы нуждаетесь в Иисусе. Выходите вперед. Вы нуждаетесь принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Давайте поблагодарим Бога за этих людей. Выходите вперед, потому что вы не можете без Иисуса Христа. Сестра, пройдите сюда вперед. Господь любит тебя. Господь утрет каждую твою слезу и исполнит тебя верой и Духом Своим. Господь укрепит вас. Дорогой брат, Господь любит тебя. Господь да благословит тебя. Давайте воздадим Господу за этих людей. Здесь есть еще люди, которые пришли первый раз. Прими Иисуса Христа и будешь освобожден от проклятий. Сделай просто один шаг к Господу. Мы ждем тебя. Божье Слово скажет, если сердцем будешь веровать и устами исповедовать, что Иисус Христос твой Господь, Господь войдет в твое сердце и станет твоим Господом. Писание призывает, придите ко мне все уставшие, утружденные, я успокою вас. И сегодня каждый из нас нуждается в покое. Это тот покой, которым нуждается наша душа, которая не успокаивается, даже если мы будем много-много спать. Но Божие Слово говорит, если вы устами исповедуете Господа Иисуса своим Богом и Спасителем, Он даст вам мир. Я помолюсь вместе с вами, и вы просто повторите ее за мною, но от сердца. Повторите эту молитву вместе со мною. И примите ее с верою. Но вы должны сказать эту молитву вашими устами. Скажите, возлюбленный Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, стань моим Господом и моим Спасителем. Мою жизнь я передаю в Твои руки. Прости меня, Господь. Прости все мои грехи. И очисть меня. Сегодня перед небом и землею я исповедую Тебя, Господь, как своего Господа и Спасителя Иисус Христос. Я свою жизнь вверяю в Твои руки и благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя за все. Исполни меня своим Святым Духом, дорогой Господь. Слава Тебе, Иисус. Аминь. Слава Тебе, Господь, за этих прекрасных людей. Возлюбленная Церковь, протяните свои руки, и мы помолимся за этих людей. Отец Небесный, мы молимся за этих людей, которые сегодня приняли Тебя как своего Господа и Спасителя. И мы просим Твоего благословения на каждом из них. Защити, Господь, защити их жизни. И каждого рода проклятия, если было на их жизни, каждого рода порча, если были высвобождены этой жизни. Пускай будет разрушена силой Господа нашего Иисуса Христа. И мы провозглашаем защиту Твоих ангелов в жизни этих людей. Мы сдаем, Господь, передаем каждого человека в Твои руки. И благодарим Тебя, Господь, за этих прекрасных братьев и сестер, которые сегодня пришли сюда. И пускай с этого момента, Господь, они постоянно переживают Твое прикосновение в их жизни. Аминь. У нас небольшой подарок для вас. Книжка, которая называется «Иисус умер за тебя». У нас сегодня прекрасное служение. Я знаю, что Господь имеет вам что сказать через сегодняшнее слово. Давайте еще раз поблагодарим Господа за этих людей. И всегда помните, что эта молитва, она будет действовать в вашей жизни. А теперь давайте еще раз, давайте прославим нашего Господа и скажем Ему.
Когда мой дух, Господь, поет Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Твоим присутствием. Аллилуйя. Одно из любимых моих местописаний в Божьем Слове – это то, которое говорит, что когда двое-трое соберутся во имя Иисуса Христа, Господь будет посреди них. Это означает, что твой сосед, рядом стоящий, он стал причиной того, что Иисус Христос пришел сюда. Скажи это своему соседу. Здесь есть человек. У которого болела спина, но ты сейчас чувствуешь, что эта боль ушла. И я хочу тебе напомнить, не жди больше эту боль, она к тебе не вернется. Аллилуйя! Слава Господу! Я вижу уже эти радостные лица. Слава Иисусу! Больше не ждите эту болезнь. Вы пережили на себе. Слава Богу! Знаете, иногда, когда исцеление приходит в нашу жизнь, в наше подсознание, мы еще ожидаем, что когда эта болезнь вдруг опять заболит. Но у нас Господь сегодня призывает, чтобы мы каждое время ожидали Иисуса. Итак, слава Богу за строительство, которое продвигается вперед. И нам уже пообещали, что потолок будет завершен на этой неделе. И вы видите уже, какая огромная работа была проведена. И также закончится работа, связанная с окрашиванием. Я думаю, что 2-3 недели, и мы можем уже до Нового года у нас будет официальное открытие нашей церкви. И у нас будет много гостей. Мы пригласим пасторов, пасторов из регионов Армении. И мы думали, кому же передать тому, кто перережет ленты открытия. Очень-очень много людей достойных, очень-очень много. Но вы знаете, мы решили передать эту честь самому взрослому члену нашего церкви. Ему 96-97 лет, и мы попросили, чтобы он прорезал эти торжественные ленты. И знаете, что он сказал? Я как много лет тому назад сказал, я не умру, пока не увижу здание, построенное здание церкви. И слава Богу. Но сегодня мы должны провести служение Слова Божьего. Я верю, что Господь дарует вам откровение, которое изменит ваши жизни. И сегодняшнюю проповедь я назвал так, в чем нуждается каждый человек, который я назвал венок. Есть венок славы,
есть траурный венок. Я не буду говорить о каких-то венах, о человеческих венках, к которым каждый человек стремится. И у венка есть синонимы. И можно сказать, а когда мы говорим в духовной сфере, мы можем сказать «слава». Венок, который говорит о славе. Как вы думаете, почему многие люди мечтают стать артистами, звездами, и когда они становятся, они стараются удержать свои позиции и не хотят их потерять, потому что тем самым они теряют свои венки славы? Я вам хочу прочитать место Писания, потом продолжу слово. Притча 4, 4 глава, 7 стиха. Главная мудрость, приобретай мудрость, и всем имением твоим придай разум. Высоко цени ее, и оно возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Итак, слово начинает с того, чтобы мы получали мудрость, искали мудрость, приобретали мудрость и разумение. И знаешь, мудрость — это то, что ты видишь свое будущее. И прекрасно то слово, которое показывает нам мудрость. Что же такое разумение? Разумение — это откровение, пришедшее с небес. И мы вот, и в этом помогает нам Святой Дух. И Божие Слово говорит, когда ты возьмешь, найдешь мудрость и разумение, тогда ты получишь венец. Но вы знаете, каждый человек хочет видеть на своей голове определенный венок славы. И в этом мире сегодня идет борьба, борьба за эти венцы. Однажды я как-то говорил уже о том, что весь мир стремится кого-то удивить чем-то. Нету ни одного человека, который бы не хотел удивить кого-то. Но знаете, что печально? Что люди часто не хотят удивляться, потому что они сами хотят удивлять. Но сегодня каждый старается что-то сделать, чтобы удивить других. И успех людей проявляется в их венцах. Если ты успешен в каком-то деле, может быть, кто-то выйдет и прекрасно споет на каком-то конкурсе, конкурсе песен, и мы можем потом смотреть на Ютубе и восхищаться, какой прекрасный голос у этого парня или у этой девушки. И как вы думаете, человек, который до славы и после славы, он останется тем же? Однажды я на сети YouTube смотрел одну женщину, которая выступала в Англии на X-Factor, была передача, и она была так несчастная, смущенная, и вышла на сцену без всякого венца славы. Она вышла на сцену, жюри внимательно смотрели за ней, и вдруг она стала петь оперным голосом. И знаете, как она вышла? Она не вышла так, как входила. Она входила такая вся смущенная, но когда выходила, плечи были ее расправлены, голова была высоко приподнята, потому что на голове у нее уже был венец. И немного спустя можно было бы ее уже увидеть прекрасно одетой, которая пела перед полными залами. Я вам скажу, что это не была уже несостоявшаяся женщина, но была прекрасно одета, прекрасно ухоженная женщина, которая стояла прямо с поднятой головой и пела. И все ей аплодировали. И каждая звезда, кто бы это ни был, они прославлены своими венцами.
но не личностью. И я вам скажу, что многие из этих людей, из страстных звезд, они много страдают в личных жизнях, потому что, когда они выходят замуж, они уже не выходят замуж за звезд, они выходят замуж или женятся за человека, не так ли? И часто людям нравится больше их венец славы, но не самих людей. Я сегодня не буду говорить о певцах армянской эстрады, я буду говорить о зарубежных. Один из моих знакомых очень близок с певцом русской эстрады, и он, о нем называется, что он на самом деле истерик, очень неадекватный человек он на самом деле. И он мне немного описал его жизни. Человек, который не имеет юмора, очень неадекватный, очень алчный. Но знаете, что интересно? Кому бы он ни сделал предложение, любая девушка бы согласилась. И думаешь, Господи, нету никакого человеческого фактора, который бы заслуживал одобрения. Но кому бы он ни предложил бы вступить в брак, все бы согласились, потому что сегодня люди больше ценят венец славы, а не самого человека. Сегодня людям больше нравятся успешные люди, у которых есть какой-то венец на голове. Но и никто не хочет связывать свою жизнь с теми людьми, у которых еще нет венцов славы. Но ты не знаешь, что ждет каждого человека впереди. Смотри, потом не пожалей. Я говорю о человеческих венцах. Но также есть и духовные венцы. Давайте прочитаем притчи, 1 главу, 8 стих. Притча 1, 8. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Итак, посмотрите, что есть прекрасный венок. Это наставление родителей твоих. Вот эти венки нам нужны. И мы не должны сегодня интегрировать себя в какие-то звезды, в какие-то моды. Но вот закон истины. Вот истинный венок славы. А не так, что «О, сейчас это неудобно». Или сегодня в Европе, в Америке уже дают место однополым бракам, что в этом такого плохого? Все так поступают, возлюбленные, все это не мы. У нас есть Писание, у нас есть Библия, и знаете, что говорит Божье Слово? Венок не дается тем, кто выступает за ругателями, не уважающих своих родителей, или вступающие в брак, однополые браки, но тот, кто чтит наставления своих родителей, чтит своих родителей. Сегодня очень многие, очень много сбрасывают венок, который могли бы они приобрести через почитание своих родителей, и вдруг просыпаются только тогда, когда теряют уже родителей. Итак, возлюбленные, пока твои родители живы, цени. Цени эти венцы, многие говорят. Ой, прекрасный сын, прекрасная дочь, которые были покорны своим родителям, который не покинул своих родителей, и когда они состарились. Итак, только когда ты почитаешь своих родителей, только потом уже приходит венец славы. И так есть человеческие венки, а есть венки, которые даются от Бога. Венок благодати. Каждое дело, увенчанное от Бога, Господа, имеет венок благодати, который украшает человека. И если даже ты будешь тем человеком, который его ненавидит, куда бы ты ни пошел, я тебе скажу, что, наверное, ты потерял венок славы. Но я тебе скажу, все временно. 2 Тимофея, 2 глава, со 2 стиха. 2 Тимофея 2, 2. «Вот
но ты подвязайся, как добрый воин. С 3 стиха. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, потому что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Итак, если ты воин Христа, ты не можешь заниматься делами этого мира. Я не говорю, конечно, той работы, которую ты сегодня занимаешь в этом мире, но здесь говорится о делах плоти. И если мы любим, дружим с миром, то мы не можем получить духовный венец, который вечен. Но почему-то люди часто оставляют духовные венцы и стремятся за временным, тленными венцами этого мира. Однажды я уже рассказывал. Что раньше знаменитые художники, музыканты, некоторые из них отдавали, продавали свою душу дьяволу, чтобы имели успех. И вы знаете, спустя некоторое время они добивались успеха, но спустя некоторое время дьявол, он забирал опять украл их сердца, забирал их сердца. И Чехов как-то описывал уже это в одной из своих произведений, одно сапожники, который очень хотел славы и продал свое сердце дьяволу. Добившись успеха через некоторое время, дьявол просто его погубил. Однажды и вы знаете, когда это услышал один из знакомых нашего прихожанина, нашей церкви, он сказал, знаешь, передай своему пастору, что если бы мне дьявол бы предложил, я бы не отказался. И тебя просто удивляешь, Господи, почему люди сегодня согласны принимать временные венцы, теряя вечности. Сегодня люди готовы принимать временные аплодисменты. Да, пускай. Пускай принимают аплодисменты, но разве ради этого стоит терять вечный венец? Сегодня люди, принимая временное, теряют вечное. Возлюбная церковь, я хочу, чтобы каждый из нас сегодня задался вопросом, к чему мы стремимся? И многие ответят, пускай мир познает, что я есть. Послушай, если ты в этой проблеме, подними сюда на сцену, и мы будем тебе аплодировать. Но вопрос, зачем тебе это надо? Ведь Божие Слово, оно намного свыше. Итак, первое человеческое стремление должно быть духовным. Вы знаете, почему люди часто разводятся? Потому что эгоизм настолько преобладает в этом мире. Люди настолько себя убедили, что у них одна жизнь, и они должны успеть всем насладиться в этой жизни. Кто-то думает, что ну одна жизнь, я должен все успеть. Другой думает, одна жизнь, я должен ее прожить так, чтобы не потерять. А другой думает, все нужно перепробовать в этой мире. Но другой думает, у меня всего лишь одна жизнь, и я должен быть настолько осторожен, чтобы не лишиться вечной жизни. Кто-то живет по временным часам, кто-то смотрит на вечные. Знаете, я эту проповедь написал сегодня. И знаете, что стало причиной? Просто я заметил, что Господь очень много указывает на венцы, но почему-то мы мало говорим об этом. Но мы видим, что Петр, Павел, Иоанн, все они говорят о венцах. Даже когда строился ковчег, там также ставились венки. И также на небесах, мы считаем, есть венцы. Вы это вы можете найти в книге Откровения. Я думаю, что если стремление нас, верующих, станет небесное, то остальное все нам приложится.
Очень сильное местописание. 1 Коринфянам 9 глава. Итак, 1 Коринфянам 9 глава, 24 стиха. И здесь описывается, что люди в этой земле, они соревнуются, чтобы получить тленные венки. Очень интересно, если мы посмотрим на Олимпийские игры. Всего лишь одна медаль, один венец. Посмотрите, апостол Павел не говорит: «Бегите, чтобы прибежать первым». Наверное, мы тогда стали бы толкать друг друга. Но написано: «Беги, чтобы достичь». И посмотрите, они бегут, чтобы получить венок тленный. Итак, 1 Коринфянам 9 глава, стихи 24-25. «Не знаете ли, что бегущие на листальщике бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Итак, посмотрите, олимпийские спортсмены, прежде соревнований, что вы думаете, они делают перед соревнованиями? Накрывают столы, пьют, курят, отдыхают. Как вы думаете, так ли это? Нет. Они не курят, они не пьют, они много не едят, они удерживают себя, они по 5 часов в день тренируются, потом еще тренируются. И знаете для чего? Чтобы получить всего лишь тленный венец. Но мы же подвязаемся, чтобы получить венец нетленный. Итак, от чего мы сегодня должны воздерживаться, чтобы получить вечный тленный? Давайте 26 стих прочитаем. «И потому я бегу не так, как неверная». Помните, я недавно проповедовала об этом? Я проповедовала на тему «Святая неопределенность», когда человек не определен, что делать, как делать. Но апостол Павел говорит: «Я определился. Я не бегу так, как что-то неопределенное. Но у меня есть цель». Итак, я бегу не так, как что-то неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Что значит бить воздух? Когда ты просто что-то делаешь, но когда ты стремишься, у тебя есть цель. Ты скажешь: ну, если получится так, получится так. Ты должен сегодня знать, к чему ты призван и в чем сегодня твое предназначение. Я как-то встретился с человеком, которому было около лет 50. Я никогда не видел такого неопределенного человека. Он ни в чем не определился. Ни в религии он не определился. И когда с ним говоришь историю, он говорит: откуда ты знаешь, что там правильно, что неправильно, что в религии правильно, неправильно. Я спросил: как ты собираешься жить? И он говорит: ну, не знаю. Как получается, так и получается. Ну, а в Армении ты не захочешь жить? Нет, конечно, ну, не знаю, а может быть, есть, я не знаю. А где ты работаешь? Ну, не знаю, пока здесь, не знаю, ну, мне не нравится, может, я поеду туда и туда. Я сказал: послушай, а ты — это ты? Послушай, ты уже взрослый человек, тебе уже 50 лет, тебе уже давно нужно определиться, что Бог, Иисус — это Бог. Что ты живешь на этой земле, для чего ты живешь, куда идешь, что твоя семья, кто твоя семья и куда ты в конце пойдешь после смерти. Представляете, 50 лет человек, и он до сих пор не в неопределенности. Но апостол Павел говорит: я точно знаю, куда я иду. И бьюсь не так, как бы бить воздух. И на самом деле я вам скажу, это так угнетает, когда ты видишь... Когда люди, они как хамелеоны, если увидят человека, который что-то добился, они начинают преклоняться перед ним. А если вдруг поймают какого-то немощного,
бедного, они могут его осуждать и осуждать. Если 20 человек в одной стороне, один будет человек в другой, хотя бы этот один будет в истине, люди идут там, где больше. Однажды я смотрел по телевизору, как одного человека, который, ну, поступил как-то не так, и все набросились на него, и все стали его осуждать. И здесь хотелось бы спросить, а как у вас в семье? У вас все правильно? И нам не хватает здесь из поэзии нашего армянского писателя Паруша Сивака. Своим стихотворением, которое говорил он. Он описывал человека, который любил свой стул, не любил ни отца, ни мать. Он видел, любил свой стул, любил свою позицию, положение. Больше всего не интересовало. И вся его жизнь направлена только на то, чтобы удержать свой венец славы. И я вам скажу, что это очень мерзко смотреть, как нашли одного бедного человека, который нормально не одет, у которого выпадшие зубы, и все так хорошо одеты, ухоженные, набросились на этого человека, и все кивают головой, да, 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 да. Да, может быть. И все их угнетают, и некоторые наслаждаются этим зрелищем. Не понимая тем, что другой, унижая другого, тем самым обеспечивает, утверждает свой венец. А ты? Я вам скажу, что верующие сегодня призваны изменить этот мир. Слово говорит, блаженны вы, если вас будут гнать за правду. Поэтому, если сегодня ты видишь, что обижают немощного, упадшего, слабого, встань рядом с ним. Пускай ты пострадаешь, но апостол Павел говорит, неси эти страдания, как воин, добрый воин Иисуса Христа, потому что мы стремимся к вечному венцу славы, а не к тленному мирскому венцу. Давайте воздадим Господу громкие аплодисменты, потому что Он ведет, чтобы каждому воздать венец славы вечный. Откровение 4.10. Этот стих раскрывает мое сегодняшнее послание. Было ли у вас, что вы так сильно переживали Божие присутствие, Божие помазание, что уже даже трудно говорить? Итак, Откровение 4.10. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом Господа, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вы можете себе представить, 24 старца снимают свои венцы и бросают их пред престолом Бога Живого. Один брат из нашей церкви сказал, «Вся слава Господу, пастырь!» Я сказал, «Какая слава, что ты помог бабушке в это время?» Я тогда сказал, «Я тебе задам вопрос. Если в один из дней ты станешь успешным человеком, и целый зал будет собираться, чтобы послушать тебе, и все будут говорить, ты, сможешь ли ты эту славу отдать Господу?» А не так сказать, да, это я, да, я добился. Как Моисей в один из дней сказал, я дал вам воду. Это время, когда наше я поднимает свою голову. Вот в это время сможешь ли ты свою славу положить перед престолом Господа? И знаете, мне так смешно иногда слушать наших эстрадных певцов, которые говорят, доверься своим силам, доверься себе. Ну да, продолжай доверяться, верить себе.
в один из моментов может сорвать голос. И не знаешь, почему, когда только поднимаются на сцену, спросят Господа, просят силы, а когда уже утверждаются, говорят, ну это я. Послушайте, все мы из плоти и крови Господь дает таланты. Возлюбленные, прочитайте внимательно. 24 старца полагали свои венцы пред престолом Господа. Сегодня, когда мы достигаем успехов, кто и в финансовой сфере, в талантами нашими, становимся знаменитыми. Что ты делаешь с этим венцом? Сможешь ли ты просто снять со смирением прийти к Господу и сказать, Господь, Ты достоин этого венца, Ты достоин этого венца, Господь. Двадцать четыре ельца сняли свои венцы славы. Возлюбленные, если бы не сняли свои венцы, не надели бы вечные. Сегодня в этом мире мы, как верующие люди, чтобы мы не добивались, и люди начнут нам аплодировать, хвалить, мы должны возвращаться в нашу потайную комнату, снимать эти венцы, полагать их пред престолом славы Господа и говорить, «Господь, вся слава принадлежит Тебе. Ты достоин всей славы». И на следующий день со смирением опять приходить к Господу. Пребывать в кротости и в отношениях друг друга. Один человек, который очень известен в Армении, в Ереване, и мы как-то с ним разговаривали, сказали, почему ты не приходишь в церковь? Он сказал, ну я не так свободен, как вы. Я сказала, в чем дело? Ну как? Я приду, все будут на меня обращать внимание, просить автограф. Я его предупредила, сказала, знаешь, как ты придешь в нашу церковь, у тебя точно никто не будет просить автограф. Потому что в церкви другая личность для поклонения. И как вы думаете, не лучше ли просто этот венец славы снять перед Господом и встать, как все, поднять свои руки Господа в собрание святых и просто прославлять Господа? Был один человек, которого очень был известен по всему миру, Майкл Джексон. Как вы думаете, его звали... Или его звали так, или звали так его венец? Как вы думаете, неужели он принял вечный венец? Вдруг на какой-то миг, а потом вдруг, и его нету. Когда я говорю об этом, я всегда вспоминаю также о короле рок-н-ролла Элвис Пресли. Он возрастал в своем доме, и его пастор посещал со своей мамой в церковь, и пастор подарил ему гитару, и он говорил, пастор, я буду завоевывать через песни для тебя, Господь. Через музыку я буду завоевывать людей для Господа. Но прошло время. Пришло время, когда он впал на кротики, в блуд. Хотя до этого он говорил, мама, как прекрасно возвращаться домой, как прекрасно, что мы можем общаться с нашим Отцом Небесным. Но знаете, пришел момент, и его не стало. Да, сегодня его... мирской
венец. Он еще есть. Мы еще помним, мир помнит еще этого, это имя. Но насколько унаследовал венец, вечный венец. Повернись к своему соседу и скажи, не прибудь, не ищи временного венца. Я думаю, что эти 24 елеца, они очень хороший пример для нашей группы прославления. Всегда, всегда снимайте свои венцы перед Господом и говорите: «Вся слава и честь Тебе, Господь Иисус». Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 стиха. Иоанна 19, с 1 стиха. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Се человек». Ужасная история, как поступили с Иисусом. Иисуса привели к Пилату без венца и вывели его в терновом венце. Венец страданий и мучений. Венец издевательства, избиения, гонения и пренебрежения. Со стороны тех людей, которых он освобождал, исцелял, воскресал. Эти люди просто кричали: «Распять его, распять и распять». Это настолько похоже на толпу, которую я сегодня описывал, что кто-то поймает одного человека и начинают его унижать, унижать, унижать. И все начинают смеяться. Был человек по имени Симон. Ты знаешь, мне он очень нравится, я бы хотел быть похожим на него. Симон разделил с ним этот венец, терновый венец. И я вам скажу, каждому из нас необходимо принять также и этот терновый венец, чтобы получить венец вечный. Итак, когда все кричали: «Распять его, распять его!» Человек, личность, которого звали Симеон. И ему не важно было, что говорили римляне. Ему не важно было, что бы сказал Пилат. Он взял вместе с Христом его крест и прошел этот путь страданий. Насколько мы быстро начинаем улыбаться богатым, как быстро мы открываемся перед знаменитыми людьми. Как быстро мы начинаем смеяться над анекдотами, рассказанными какими-то знаменитыми людьми, но на самом деле это анекдоты очень бессмысленные и глупые. Где же этот Симеон, который встал и взял крест перед всей толпой? Где Симеон, который пришел и разделил терновый венец вместе с Иисусом? Двадцать четыре старца сняли свои венцы. Помни об этом. Даже Петр, однажды он
поменял свой вечный венец на временный, но потом аж сожалел об этом, горько плакав, и обратно поменял. Я не знаю, сколько времени должно пройти, никто не знает. Но я знаю точно, и все мы знаем, что кто бы, каждый из нас хотел бы получить венец славы. И посмотрите. Откровение 2:10. Откровение 2 глава, 10 стих. «Не бойся, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Господь не говорит, что «Ой, тебе все будут аплодировать», но Господь говорит, «Если ты со мной, не бойся ничего, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среди вас темницу, чтобы искусить вас, и будет иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Ты думаешь, всего лишь 10 дней, как мало. Но как много. Знаешь, 10 дней — это мало, если ты будешь сидеть в тюрьме и играть в нарты. Но 10 дней — это много, когда испытывается твоя верность, когда есть нападки твою верность Господу, возлюбленная церковь. Сегодня я знаю многих, знаю одно. Есть люди, которые не могли удержать верность. Даже час-два часа гонений. Но здесь есть много людей, которые держали свою верность уже 20 лет. Как я вас знаю, вы 20 лет держите свою верность. И продолжайте дальше, потому что мы идем, чтобы получить венец славы. Никогда. Гонения не бывают вечными. 10 дней. Но венец славы, он вечен. Апостол Павел говорит в 4 главе 2 послания Тимофея, в 7 стихе. Я думаю, что каждый из нас бы хотел провозгласить эти слова. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Как вы думаете, легко было этого добиться Павлу? Подвигся добрым подвигом, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Аллилуйя! Апостол Павел, он говорит перед своим уходом, «Мне осталось принять венец славы, венец правды». Псалом 131, Псалом 131, стих 18. «Врагов его облегут стыдом, а на нем будет сиять венец его». Сколько наши враги бы не пытались облекать нас стыдом, наш венец будет сиять. Я знаю, терновый венец Иисуса Христа сегодня на небесах, он зацвел. Послушайте, если из-за Иисуса Христа сегодня тебе стыдят, надевают на тебя, обрекают тебя в стыд, на работе тебя обличают, говорят, «А, ты веришь». Послушай, не снимай твой венец, он зацветет. Не снимай свой терновый венец, он зацветет. Не снимай свой терновый венец. Венец стыда, он зацветет. Это очень похоже на историю одной женщины, которую я знал. Во времена коммунизма ее сына называли реформатором. И эта женщина, потому что ее постоянно обличали, она ходила в смущении. Но когда времена поменялись, ее сын стал очень знаменитым человеком.
И знаешь, как мать стала ходить? Она подняла голову, расправила свои плечи, потому что тот венец, да, он зацвел, потому что он боролся за истину. 1 Петра 5:4. 1 Петра 5:4. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Скажи, неувядающий. Скажи, пастырь начальник. Знаешь, кто такой пастырь начальник? Иисус Христос. Мы сегодня не говорим о тленных венцах славы. Мы сегодня не говорим о тленном венце славы, мы говорим о нетленном. И мы видим, что венцы славы нетленные, они расцветают. И ты знаешь, это не то, что просто дает красоту. Вы представляете царя без короны? Венец, он говорит о силе, о власти. И Божие Слово говорит, когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Скажите вместе со мной, неувядающий венец славы. Но знаешь, что необходимо, чтобы его получить? Вытерпеть, пока придет пастырь начальник. Я принял сегодня решение ждать пастырь начальника. Помнишь, как дьявол испытывал Иисуса Христа? Покажи себя, яви себя. Поклонись мне, тогда весь мир я тебе отдам. Но Иисус сказал, отойди от меня, сатана, Богу только одному поклоняйся. Знаешь, почему Иисус вытерпел все? Потому что Он знал о неувядающем венце славы, и никакой бы тленный венец не смог бы его соблазнить. Иногда мы вмещаемся в какой-то человеческий формат, формат этого мира. Но ты знаешь, проходят времена, и нету тех, кто ставил эти форматы, кто вмещался в этот формат. Проходят времена, времена 40-х годов, 60-х годов, и на каждый год имел свои форматы, но сегодня нету ни того, ни другого. И однажды я видел картину Кеннеди. Он шел, извините, фотографию Кеннеди, когда он проходил, и все ему аплодировали. Но сегодня нету ни аплодирующих, ни того, кто проходил. Так и в жизни каждого из нас проходит время. 20 лет, 30, 40, 50, 100 лет. Я вам скажу, что, может быть, мы спразднуем еще 70 раз Новый год. Меня уже не будет. Ты скажешь, нет, ты будешь жить 120 лет. Скажу, знаешь, уже будет мне неинтересно после 100. Я не знаю, сколько Господь мне определил. Может быть, здесь будут пару человек через 70 лет, но многих из нас уже не будет. Итак, 70 раз отпраздновав Новый год, и нас уже нету. Горькая правда. Где будут ваши те венцы, мирские венцы, ради которых вы сегодня бежите? Где будут эти венцы? Но знаешь, я уверен, 10, 20, 30, 40, 50 лет. Сегодня многие из вас, если дотерпят до конца, получат неувядающие венцы славы. Аллилуйя! Итак, 24 старца отдавали, полагали свои венцы перед престолом благодати. Я сегодня не призываю тебя, если ты к чему-то добился, стань никем. Нет, больше возрастай, больше добивайся, но позиция твоего сердца отдавай венец славы Господу. Откровение 3:13. Вот я иду вскоре.
Вот я иду вскоре, и не, держи, чтобы никто у тебя не украл твоего венца. Мне рассказывал как-то Леонид. Вы знаете, что до Леонида здесь был пастор из Украины. Я его не видел и не знаю, но знаю одно. Что во время его служения мертвые воскресали. Это были 89-е годы. Люди исцелялись, у меня есть свидетели. Инвалидные коляски освобождались. Он был призван, чтобы провозгласить эту церковь, поднять эту церковь. Но в один из моментов он впал в блуд. Сестра, которая помогала ему, вдруг они как-то совратились с истинного пути, и они убежали вместе из Армении. И Леонид рассказывал, когда это все услышал, Господь проговорил, сказал, иди и продолжи это дело. И Леонид приехал. И как последний день, когда Леонид уже передавал это служение мне, мы были вместе, мы молились, и он сказал, Артур, представляешь, я просто принял венец славы. Нетленный венец славы другого человека. Этот венец принадлежал тому, но Господь его передал мне. И так сегодня много призваний, помазаний, и Господь, может быть, хотел бы поднять тебя, применить тебя, послать тебя на миссию или в другом еще служении. Но на что ты поменял это? Будьте осторожны, чтобы другой не принял нетленный венец вашей славы. И последнее место Писания. И вот я увидел белого коня и увидел сидящего на нем. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Скажи со мной, победоносный, и чтобы победить. Это относится ко мне. Победоносный, и чтобы победить. Слава Иисусу! Аллилуйя! Давайте все встанем. Давайте воздадим Господу нашу славу. Возлюбленные, я знал одного человека, это были 94-е годы. Я говорила о великих делах, он говорил, о нет, у меня и другой путь, я хочу стать артистом, хочу сделать то. Я его призывал, отдай свои таланты Господу, примени их в Господе. Прошло время, и я увидела одно. Я встречаю его каждый год. На Новый год. Он работает с Снегурочкой. Или одевает какие-то формы животных, и тем самым зарабатывает себе на жизнь. И думаешь, Господи, чего бы мог он добиться? И так еще несколько человек. Да, конечно, это неплохо, что он работает. Но он бы мог бы ставить театры для Господа, прославлять Господа, если бы положил бы свой венец, свои таланты пред престол Господа. Возлюбленные, давайте удерживать нетленные венцы. Сегодня то, что ты достиг, это может быть благодаря тому, что ты просто укреплялся Господом. Но продолжай отдавать это Господу. Я не скажу, что физически, но в духовной сфере отдавай Господу, и Господь будет тебя поднимать, не боясь тем самым потерять тебя. Не улыбайся глупости.
человека, который чего-то добился. Но проходи свой путь как добрый воин, подвяжись этим добрым подвигом, и тогда получишь венец правды. Ты знаешь, чего бы ты ни добился, если даже тебе просто люди сегодня говорят спасибо от всего сердца, снимай этот венец пред престолом благодати, Господи. Когда однажды ученики поймали рыбу, это был успех для них. Но они смогли это пожертвовать для Христа и пойти за Ним. Но однажды молодой юноша подошел к Иисусу и спросил, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную. Иисус сказал, следуй за мной, оставь все. Но его венец мирской был очень большим, и он не смог его оставить. И чем больше станет твой венец, поверь, тем тяжелее тебе будет оставить его. Поэтому пока твой венец еще не очень большой, пока на нем не будет так много драгоценных камней, оставь, не собирай себе коллекцию драгоценных камней. Пускай для тебя будет примером 24 старца, которые снимали свои венцы и полагали пред престолом Бога живого. И ты знаешь, это мое представление, это не из теологии. Я думаю, когда Петр пошел на небеса,
Он опять же, Павел, когда пошел на небеса, приняв венец правды, опять он снял перед Господом. Ты скажешь, ну для чего? Потому что он переживал то, что на самом деле Господь достоин всей славы и чести. Возлюбленные, закройте свои глаза, поднимите свои руки и давайте вместе помолимся Господу. Отец, Бог мой, мы просим Тебя, помоги каждому из нас чтобы мы могли приносить Тебе достойную жертву. Исцели наши сердца, чтобы мы были исцелены. Господь, стоя в Твоем присутствии, даже те люди, которые сегодня не смогли прийти, каждого члена, Господь, Твоей Церкви, научи нас жить так, чтобы каждому принять нетленный венец славы, чтобы не случилось так, чтобы тленное победило нетленное. Господь, пускай наши стремления изменятся, пускай произойдет переоценка ценностей, чтобы мы вначале искали горнего, а потом уже земное. Господь, измени наши сердца. Твоя любовь велика по отношению к нам. Мы же любим Тебя. Продолжайте молиться, возлюбленные. Открывай свое сердце перед Господом. Молись от всего сердца, потому что Дом Божий — это дом молитвы. Теперь, возлюбленные, пускай эта песня станет молитвой нашего сердца для каждого из нас. Когда мы будем поклоняться этой песне, пускай эти слова исходят из нашего сердца, как молитва Господу. Какой бы чести, какой бы славы, какого бы успеха ты ни добился в твоей жизни, сколько бы человек от тебя бы не зависел, сколько бы людей от тебя не зависели, отдай всю славу и честь Христу. И опустошенным от человеческой славы вернемся домой и скажем: Господь, Твоя слава велика. И знаешь, Господь не заберет твои таланты, Он, наоборот, увеличит. Когда ты не будешь держать драгоценные камни себе, но будешь полагать их перед Господом.
Слава Тебе, Иисус! Господь Бог наш, молитесь вместе со мной, скажите вместе со мной: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да исполнится воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб насущный дай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие, сила и слава во веки веков. Аллилуйя! Господь, мы поем Тебе. Аллилуйя! Слава Иисусу!
возлюбленные. Благословлен ли ты? Завтра всех своих друзей побуди, приди в церковь. Побуди, чтобы пришли и оставили свою славу перед престолом благодати. Однажды одна женщина подошла и сказала: «Я молюсь, и люди исцеляются». Я сказала: «Очень хорошо». Она посмотрела на меня и сказала: «Нет, вы не понимаете, я молюсь, и люди исцеляются». Я сказала: «Я верю в это». «Как? И это все, что вы можете мне сказать?» Я спросил у нее: «Что ты еще хочешь, чтобы я тебе аплодировал?» Она тогда сказала: «Ой, вы, наверное, невнимательны к дарам Святого Духа». Это драгоценный камень. Отдай Господу вся слава Ему и честь. Возлюбленные, сегодняшнее служение подошло к концу. На следующее воскресенье, в субботу у нас также служение. И если ты думаешь и веришь, что сегодняшнее слово очень важно для духовной жизни, завтра обязательно побуди людей прийти и послушать это слово. И я верю, что Божие благословение всегда будет пребывать с нами, если мы всегда будем отдавать Господу весь наш успех. Что сегодня? Есть люди, которые могут засвидетельствовать, что с ними что-то произошло? А сколько людей получило исцеление? Слава Господу, потому что Господь здесь. Давайте еще раз поклонимся, прославим Господа. Давайте споем Господу: «Смотри, что...» Аллилуйя. Аллилуйя. В твоей жизни... Amen.